Доброй ночи. Вот смотрите, план примерно готов. Здесь получается, так, вот здесь идет дверь, телевизор, а здесь этот письменный стол получается. Да? Здесь вот два труба идет у вас, а здесь будут эти, вот лучше вот эта арка, я думаю, самый лучший вариант, арку сюда ставить. Можно было колонна сделать, но арка лучший вариант, я так считаю. В окнах римские шторы идет. Вот потом получается у нас здесь сторону этого, другую сторону здесь будет, ну, черный нарисован, это зеркало идет, туалетный столик, да, там стиль лофт получается, и как она хотела, кроватка. Сюда можно, ну, не такой рисунок, можно любой, там фотообои, там, в принципе, и по бокам сделать рамки двойные из гипсового материала. Очень круто будет смотреться. Вот здесь до потолка шкаф. Здесь как вы заходите, вот это место с двери, там справа стенка будет. Ну, какая-то картинка можно, любой вещи можно декоративные ставить туда. И там зеркала, как дверь заходит, там зеркало получается узкое. Вот. Ну, полы кварценил, но это по светам можем определиться в любое время. А так вот такая схема. Вот комната, из этого комнаты можно вот такое сделать. Вот. В общем, это самый, ну, классный вариант буду, я думаю. Если вам нравится, буду считать. Вот. Вот такая красота. Пусть девочка посмотрит. Если она скажет согласна, так такое строит. Ну, в принципе, если у вас там другие пожелания, ну, в принципе, можем переделывать проект.